Знаешь что? Давай-ка дневник. А что вдруг дневник? И ничего, и не вдруг, а я сказал, давай быстро сюда дневник. Быстро пошли, давай, посмотрим на твои боки. Так, начнем. Где дневник? Где всегда? Андрюшенька, ну ты что, в самом деле? Ну, он папой как нервничает, говори уже. Еще раз тебя спрашиваю, где дневник? Не всегда, говорю. А где он у тебя всегда? Потерял. Как это? Ну, украли. Как украли, Андрюша? Пошел учиться. Так. Оставил портфель в коридоре. Возвращаюсь, дневника нет. Вот дает, а? Ой, что ж ты, бегемотский гипопотам? Вот дает, а? Пошел учиться, главное, слышала? А портфель оставил в коридоре. Ну, почему? Я его поднять не смог. Мне туда воды налили. И гвоздями к полу прибили. Господи, Андрюшенька, да кто же вас так шутит-то? Старшеклассники, что ли? Так ты скажи нам с папой тоже давно. Директор! Опять врет, а? Ничего я не вру. Дневника ведь нет. Сережа, и действительно, ну нету дневника. Андрюша, а вот ты говорил, что дневник потерял. Так я его нашла. А ну-ка, найди бабушке, скажи спасибо. Интересно, Клара Захаровна, и где же вы его нашли? В мусорном контейнере я его взяла. Так, интересная ситуация. Спасибо, бабушка. Да, не за что. И главное, Тань, ты знаешь, я к бачку-то я подошла одной рукой, так схватилась, на цыпочки встала. А там мать честная. Мама, ну ты что, опять в мусоре, что ли, копалась? Ну ты же слово давала. Да что там мусор, Таня? Ну это, может, оно вам мусор. А меня универсам. Секонд-хенд.